Сотрудники Ленинского отделения ГИБДД совместно с представителями общества Красного Креста провели необычную акцию. В ходе нее мамам с детьми раздавали подарки. Акция была приурочена ко Дню матери, который в России традиционно отмечают последнее воскресенье ноября. Не только ради того, чтобы побаловать жительниц города, подарками вышли сотрудники автоинспекции на улице города Видное. В ходе акции сотрудники ГИБДД обращали внимание на вопросы безопасности того, что без сомнения является самым дорогим для каждой матери – ее ребенка. Маленьким участникам встречи вручали светоотражающие наклейки. По словам инспекторов, такие профилактические беседы, проводимые на постоянной основе, приносят свои плоды. Если взять несколько лет тому назад, когда такой активной, наверное, пропаганды вот этого световозвращающего элемента не было, то и одежда у нас, в принципе, носилась темная людьми. А световозвращающих нашивок не было. Вот государство, оно, в первую очередь, наверное, добилось сейчас самого главного. Посмотрите, у нас практически на одежде, ну, у детей-то 100%, наверное, есть нашивки световозвращающие. То есть это видно уже деятельность вот этой пропагандистской работы. Общество Красного Креста Ленинского района ведет совместную работу с ГИБДД уже более 5 лет. Вместе они реализуют программу снижения смертности и травматизма детей при ДТП. Но нынешняя акция стала определенным поводом не только для привлечения внимания к проблеме детского дорожного травматизма, но и популяризации движения доноров. А с 1 декабря у нас Российский Красный Крест запускает проект у нас в Московской области. Значит, «Я твой донор» называется. По пропаганде привлечения населения в донорство. Поэтому мы начинаем со школы, с детских садов. И привлекаем вот так вот население через детей. Надо отметить, что в ходе акции некоторые жители Видного проявили живой интерес к вопросам донорства. Совместные акции автоинспекторов и общества Красного Креста проводятся на постоянной основе и будут продолжены впредь.